В первую очередь я бы хотел обратиться ко всем гражданам Грузии. Мы являемся жителями одной страны, мы дети одной страны. У нас очень много перед нашим государством вызовов, перед которыми мы должны, объединившись вместе, решать эти вопросы. Мы направлены на решение всех тех проблем, которые мешают нашему развитию. Мы направлены на развитие нашего государства. Мы такие же, как патриоты, как и каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, является и считает морально себя патриотом. Ни в коем случае, к сожалению, бывают случаи, когда стоит волноваться, стоит переживать, бывают негодования, бывают случаи, когда вопросы, которые не должны были быть, но каждый должен смиряться с тем и думать о том, что у нас очень много проблем в нашем государстве, которые мы должны решать, и не поддаваться ни на какие провокации, ни на какие вопросы, которые ущемляют одних или тех граждан и могут способствовать тому, что могут привести к тем проблемам, которые противоречат государственному развитию, государственным интересам нашей страны. И прошу всех особо обращать внимание на те тонкие вопросы, которые могут принести вред всем нам, гражданам одной, единой, прекрасной Грузии.